персонажа. Персонажа какого я создам? Ой, я буду китайцем играть. Так, а тут... Хороший выбор. А, тут еще кастомизацию можно сделать, всякие прически. Китайца с дредами сделаю, с черными. И где борода? Так, усы. Какие-нибудь самые стрёмные усы надо сделать ему. Не, бакенбарда лучше. Так, а цвет нельзя? А, во, можно. Пусть у него будет рыжий, рыжая борода с бакенбардами, голос. И женский голос. Отлично, отлично. Так. Я думаю, я тебя сразу узнаю. Так, все. Так, дальше что, нажимаю играть, да? Да, играть, хост. Хост. Создать. Статус игры. Все. А, поставь какой-нибудь пароль там. Так, мой мир. Изменить. Давай, как я его назову? Давай пип просто назову. Количество игроков. Не вижу ни хера, сколько можно. Два, ставь, да? Ставь минимальное, да, два ставь. Так. Так, пароль. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Давным-давно один странник принес жителям Эмбервейла увлекательный подарок. А, тут еще история есть. Да. Эликсир — это было лекарство, благословение, оружие. Когда-то скрытая деревня, его мощь вырвалась на свободу. С ним пришли власть, недоверие и жажда большего. Я надеюсь, тут не очень длинные эти заставки. Нет. Так, человечество копало колодцы эликсира, разрывая землю и друг друга, чтобы чего-то там. Эликсир, кровь и капля. Ладно, пропустить. Очень это нудно. О. А, нифига, мы еще из какого-то этого кувшина вылазим. Да, я, кстати, пока что не вижу сервер. Название пип, да? Да. Английскими. А там поиск есть? Ну да. Слушай, ну игра прям шустро работает, я могу сказать. Да, это хорошо. Так, ну все, ты появился. Ну, такие карлики. Так, слушай. Ты сильно маленький, по-моему. Я тут понял, что тут можно что-то ломать, и из этого чего-то получать что-то. Да, я, насколько знаю, здесь все можно ломать, но это мы до утра будем долбить эту чашу. Пойдем посмотрим, что здесь. Вот тут я до сюда добежал, и тут можно шкафчик сломать, и какой-то камушек дают. Ого. Вот, смотри, какое-то здесь этот пламя. О, я камень нашел. Пламенем. Грубый камень, каменный блок, мастерской, верстак. А там, подожди, тут надо же что-то найти, наверное. О, еще что-то нашел. Ты уже здесь разбираешь, да, мастерскую потихоньку? Ну а чё, блин, если тут можно что-то добыть? Да. Оружие-то какое-то надо сделать? О, серьезно, ломается. Так. Задание обновлено. Займите место для своей базы. А что у этого надо делать? Чё-то... какое-то диалоговое окно у тебя появляется, нет? Нет. Тут что-то. Наверное, жёлтый... это потому, что я с ним поболтал, оно зажглось просто. Я понял. Видимо, это для нас одинаковый прогресс был. В общем, она ничего полезного не сказала. Сказала, что нам нужно добраться вот до этой равнины. Че, ну давай тут хотя бы что-нибудь соберем. Может, да, давай. Может, что-нибудь полезное будет. Ну, будешь это ломать? Давай. Ништяк. Да, смотри, это просто... Что с моим ростом? Я прям помещаюсь туда. Ну да. Так, а слушай, а тут инвентарь есть? Да, да, на Б. На Б. Так, у меня 14 камней, и больше ни хрена нету.
Ну все, погнали. Да. Пойдем. Такой вот мир нас встречает, довольно красивый. Ну, мне кажется, так пересвечено, все очень ярко. Все очень все ярко. Все выглядит очень ярко. Так, вас ждет огромный мир, да. Полной тайной опасности. Нажмите А, чтобы взглянуть на карту. И что там? Карта мир, это, видимо, да? И, о-моё, нихера тут место да. для первой базы. Слушай, выбрать в качестве путевой точки, да? Во, это маркер он ставит, ништяк. Отлично. Да, но я думаю, на принципе... А, блин, подожди, я чуть не прыгнул. Смотри, книжка какая-то лежит. Так, о пламени и его шепоте. Мудрость древнего пламени изучает чистый свет и тепло, но, боюсь, мне никогда не постичь ее. Я могу часами глядеть на огонь, ждать ответы, хотя бы подсказки, но, короче... Ладно, это... Муть какая-то опять. Так, да, а куда... куда? Побрели с тобой куда. А куда надо? Я тут немного проходил, поэтому я чуть знаю немного начала. Поэтому нам вот в этом направлении. О, тут сундук есть. Открывай. Мне факел дали. И... Кстати, я тоже могу открыть. И мне тоже факел и бинт. Так, еще тут что-то лежит. Да, и бинт тоже. О, смотри, кстати, ты пропустил здесь, видишь? Еще один факел лежит. А он нужен? Возьми, да. Типа светло он становится. Тратится же. Да. Пойдем сюда. О, яблоки. Или что это? Он, смотри, подсказка пишет нам. А это? Это... взрывчатка с порохом. Используйте инструмент преобразования ландшафта или взрывчатку, чтобы расчистить тебе путь через обломки. Ништяк. О. О, тут сундук еще. Па. Опа. Томагавк. Так, есть. А где он? А где мой томагавк? А, стоп, он один там был? Ну, я его видел в сундуке. А, то есть я его забрал, и он у тебя тоже исчез, да? Блин, интересно здесь работает, конечно. Передай. Я, кстати, могу, прикинь, я могу передать, и вот я смотрю сейчас тебе, оп. Ящик. И что? И я тебе передал как-то его, да? У тебя он появился? Да. Ну вот, возьми. Ну а чё ты? А я с факелом владею, да. Вот эта книжка. Тут книжка какая-то. Чё там? А чё-то опять муть какую-то там пишет. Не знаю. Я не умею читать. Так, а тут что, инвентарь бесконечный? Нет, смотри, у тебя же на Б открываешь, там ограниченное количество ячеек. Я думаю, по весу оно не определяется, но по количеству ячеек, да. Оп. Ай, мой карлик не запрыгивает. Все в том попробуем, да. О, господи, так светло стало здесь. Так, ну что, спускаемся. О, смотри, что-то тут тоже. Сундук. Ну тут факел и бинты, забирай. Вот забери ты сейчас все с него, забери. О, забрал. А, все, понятно. То есть это один сундучок для нас двоих. Понял. Ну все окей, значит будем делиться с тобой. Еще. Блин, а тут еще оружие ломается. Да, да. Ну пипец. Ну его чинить несложно там. А еще и чинить надо. Ну, надо быстро само чиниться, я тебе покажу. Так, что тут? Факел. Пламя позволяет сопротивляться воздействию пелены. Но эта защита не безгранична. Запас времени пребывания восполняется только вне опасной зоны. Сейчас, погоди. А. Хороший инструмент у тебя. Не, опа, просто думал, там нажмите проход. Tab, чтобы захватить цель, а Ctrl, чтобы увернуться от опасности. О, мы можем перекаты делать на Ctrl. Блин, неудобно. Оп, вон смотри какая-то. А, не. Андрюх, давай-ка. А, ну она легкая. Что-то с нее выпало. Споры пелены и рваная ткань. Так, ты где? Подожди. А я тут. Я смотри, тут еще. Да ё-моё. Да. Все, собирать же. Забирай, да, вообще с них. Пойдем.
О. Отлично. Так, смотри, а мы что-то все-таки с этого имеем, да? Сфера с взрывчатым порошком мне далась. Ну, блин, а я еще и бревна собираю. Для чего-то. После гибели вы возродитесь в последней точке квадрата. О, понятно. А ее надо активировать? Да, видимо, она активировалась сама. А, ну окей. А ты... А, у нас маркеры сверху. На этой полоске. Угу. Так, там какая-то компас. Деревушка слева. Пойдем? Или на маркер пойдем, на наш, на метку. Тут ягоды, грибы есть. Собираем. Пойдем, наверное, дойдем по квесту, да, посмотрим, ну, что там. Пойдем. Опа. О, смотри. Ягод. Тут что-то про верстак было написано. Соберите и ешьте ягоды, чтобы со временем восполнить свои здоровье. Окей. Мне что-то писалось там про королевский верстак какой-то. Королевский верстак? Да. Ого. Ну все, сейчас тут грибов наберем, нажрёмся. Мухоморов. Так, ну вот, в общем, какой-то красный луч. Походу, мы пришли туда, куда надо. Тут какой-то бухлишка лежит. Бухлишка? Да. Это нам надо. Что это такое? Постройте алтарь пламени. Теперь обновилось задание. И нам предлагают построить алтарь пламени. Так. А куда? Смотри, мы можем на букву В, мы можем красить слева от Б. Так, алтарь пламени, ну да. Чертежи, камень, ё-моё. Так, создать. Ну, я создал. Что теперь с ним делать? Ой, я двоих создал нечаянно. Возьми его, поставь в быстрый слот тогда. Так, сейчас, подожди, я в кнопках заблудился. Ой, тут подожди, тут еще навыки есть. Можно, да, еще, да. Можно еще наряжать чувакам. Так. Так, в быстрый слот. Да, и а как, выбери подожди, его. Подожди, а как ставить на быстрый, ну, слот? Куда-нибудь себе на единичку там поставь, или на двоечку. Так, ага. Так, и... Давай. Так, куда? Ты где? А я тут вот. У меня волк здесь просто напал. Смотри, вот да, куда-нибудь ставь, я не знаю. Куда тебе по кайфу, где тебе нравится. Вот, наверное, вот где-то в районе этой местности, смотри, вот в районе этого луча. Видишь? Потому что, видимо, покоиться нам надо здесь это строить. Вот тут? Ну, например, да. А я что-то здесь к нему бегу, и он от меня уходит. Оп. Отлично. Если ты думаешь, что никто больше, никого больше не осталось, то ты ошибаешься. Есть ли и другие выжившие, которые дремлют в соседних древних криптах? Найди их, чтобы они могли помочь тебе в твоем путешествии. Иди осторожно, один из них манит к себе неподалеку, совсем рядом с пеленой. Тик. Ну, добавились новые маркеры, так. Слушай, ну это, да, это далековато довольно. Мне кажется, нам надо с тобой как-то подготовиться к этому. А что ты хочешь подготовиться? Я не знаю, давай хотя бы инструменты какие-то себе сделаем. А, надо же крафтить, да? Ну, блин, да. Блин, мое самое-самое любимое занятие. Строительный молот нужен? Думаю, да. Строительный молот нам нужен. Нам нужен верстак, вот. Нужно сделать три веревки для этого. А, я веревки могу сделать. Давай, делай три веревки и верстак. А я только одну могу сделать. Давай, я сделаю тоже. Раз, два. Так, я могу каким-то магическим образом тебе эти веревки передать. Все. Вот, все, я тебе их отправил. А как ты здесь? Передать? Как ты отправляешь? А вот если в инвентаре правой кнопкой нажать на вещь, то там будет действие снизу такое. Так, сейчас я лишнее уберу. Так, три веревки у меня есть. Давай, я теперь создаю верстак. Создать. Mm-hmm. Отлично. Верстак, пятерку. Так, где его? Прям рядом поставим? Да, прям где-нибудь ставь, где по кайфу. Так. А, кстати, мы можем создать каменный топор и каменную кирку даже без верстака. Допустим, вот так же.
Нужны веревки. Так, строительный молот, грубый каменный блок. А, тут, блин, даже все еще здания, что ли, можно тут делать. Так, ну смотри, а чё тебе нужно оружие, да, какое-то же? Да, я... Во, я надо тебе... скрафтить... Слушай, я вот скрафтил топор сейчас. А, топор? Просто я тебе дубину из камней могу сделать. Ну, давай. А этот топор, он не для драки, он для добычи, судя по всему. Вот просто он им. Оп-оп. Сейчас я тебе скину, подожди секунду. А ты можешь передать мне просто там. Так, передать сейчас. Подожди, я потерялся тут. Так, передать. Слишком далеко ты. А, окей, сейчас подойду. Секунду. Иду. Я тут. Так, еще раз. Передать. Один. Отправилась? Успешно. Да. Все отлично. Материализовалась она у меня в руках. Блин, тут надо к кнопкам привыкнуть, куда чего. Да, кнопочек много разных. Так, я хочу себе кирочку сделать. Есть, кирочка готова. Теперь можно камушек копать. Слушай, мы здесь... Насколько я знаю, можем здесь прям как в этом. Как в Майнкрафте копать, смотри, иди сюда. А, нифига, ты хочешь себе это землянку сделать? Смотри. Я же пошел туда. Его нос я закончил. А это какая-то... Это, кстати, что это? Это кремень? Да, это кремень. Грубый кремниевый блок. Там из него я видел эти здоровые кирпичи можно делать. А, так из камня тоже, да, по-моему, можем? Ну, что-то да. Так, что это? Строительный молот. Вот давай-ка, ну-ка. А что строитель может использоваться только в радиусе действия алтаря пламени? Строительный молот. Ну, так, давай. Я себе тоже скрафтил строительный молот. Это что он дает? Пятерку. Грубый. Вот, мы смотри, мы сначала можем в верстаке крафтить блоки, да? Допустим, грубый каменный блок. Я себе крафчу его, а потом беру этот молот. И с помощью него уже можно строить какие-то определенные формы. Вот, например. Ну, я вижу. Блин, а то есть без это мне нужен молот, чтобы просто эту фигню поставить? Да, молот это как бы инструмент для стройки. Так. А, шестерка. Ой, а я кубик могу построить. Да, там можно разные формы выбирать. Ты смотри, Alt удерживаешь, и там можно выбрать список. Ну, сначала как бы какие тебе... У меня нет ни хрена. А молот возьми в руки. И, ну, а молот мне ни хрена. А, и тап потом нажми. Выберите форму. Ё-моё, да ты прикалываешься, что ли? Я тут в жизни это не запомню. А ты удерживаешь Alt и переключаешься между вот этими категориями, как бы. У тебя их всего там 6. Выбираешь нужную, вот, допустим... Третью сверху. И там уже между ней ты можешь выбирать, там, допустим, окно тебе, дверь строить, что хочешь. Не, давай стройкой ты будешь заниматься. Я понял. Так, я лучше посмотрю, что еще скрафтить можно. Ой. Так. Ё-моё, смотри, я что здесь убрал. У нас здесь теперь выгребная яма какая-то получилась. Где? Ну ладно. Так. А я костер могу поставить. Да, давай. Это мы можем, наверное, еду готовить. Где его, внутри? Например, да, ставь внутри. Ну, пусть день он тут будет. Готовить, да. Тут реально можно жарить, готовить. И греться еще. А, смотри, нифига, тут еще разместить пищу, еще, походу, это отдых идет. А кстати, по-моему, вот эти грибочки найденные, мы можем их пожарить, наверное, да? Да, грибочки.
Давай попробуем. А, у меня мясо даже есть. Ой! Чё ты загорелся? Так, да, смотри, я грибок жарю. Так, а как ты... А, его надо в инвентарь сначала положить, да? Да, на быстрый слоп. Так, а чё у меня есть из съедобного? Смола, вода, прутья, растительное волокно, споры пелены. О, пурпурные ягоды, их можно жарить? Наверное, нет. Я думаю, жарить можно только вот что-то мясо, либо грибы. Да пофигу, попробуем. Да, только гриб можно выбрать. А чё? А он у тебя показывал, что он жарит? Или он просто что-то... Да, надо удерживать там, удерживать. А что-то он меня просто... А, я его назад просто взял. Нет. А, да. Блин, как же неудобно, блин, пока привыкнешь. Да, я жарю грибок. Отлично. Быстро, по-моему. Ох, нифига, а что с ним стало? И уголь зажарил, походу. Блок. Это про смоленную древесину ты какую-то создал. Ну ладно, пригодится. Пойдем посмотрим, что это такое. И вот сюда. Что это за руины такие? О, посмотри, тут опять эти чупакабра. Отлично. Опа. Ну, с них... Смотри, какие... здесь какой-то этот... Чё, подвал? Угу. Так, подожди. Я посвечу. Ой-ой. О, второй уровень прокачки. Тоже, да, отлично. Так, подожди, тут что-то упало же с него. А это что такое? Искать. А, это споры, опять какая-то фигня. Тут еще. Короче, ничего. О, палки. Так, вот ты... здесь сундучок стоит, смотри. Подожди секунду. И вот еще какие-то книги. Так, смотри, тут есть целебное зелье, бинт и деревянная стрела. О, забирай все. Смотри, ты, кстати, сломал полку, а я не смог из-за этого книги забрать. А, то есть там книги можно было взять? Ой, отмычку какую-то нашел. Это, типа, надо будет скрывать нам что-то, замки? Ну, хрен его знает. Так, что-то темно стало. Бревна, рваная ткань, вода. Короче, тут, ну, все, походу. Или тут еще где-то проход есть? Или по всему все. Да, ладно, пойдем наверх. Прикольно такое мини-подземелье. Аля. О, и ночь, да, на улице. Офигеть. Ну, ты пойдем, наверное, посмотрим вот эту деревушку, да? Ой, оп, смотри, сливы их. Слушай, тут они, походу, ночью тут это. Походу, да. Вылезают. Ах ты, гаденыш. Ах ты, гад. Так, все? И два было? Нет, вон еще один. Бонзай! Так, кстати, на правую кнопку можно блокировать, насколько я. Ну да. Так, подожди, а там еще что-то светится. Да, это как раз та деревушка, которую мы пробегали. Отмечено новое место. Слушай, ну тут мы варвары вообще просто разносим все. Ну а чё, блин, если тут в каждой фигне что-то лежит? О, верёвок. Ик, блин, а сюда стоит вообще заходить-то? Не знаю, давай посмотрим. Если что, быстро убежим. О, колодец. Вода основная, основа жизни. Глотка хватит, чтобы получить немного выносливости и ускорить восполнение ее запаса. Так, мне вот он. О, действительно.
выносливость увеличивает. Так, у тебя с жизнями нормально? Да, норм. Смотри, какой ты... Ой-ой-ой, это кто? Где? Вот это, вот, смотри, бежит. Где? Он. Я не вижу, я за тобой бегу. А вон бежала. Это кто-то, мышь, что ли, какая-то? Или кролик, кто это? Ладно, бог мне, короче. Пойдем посмотрим, там какой-то подвал был. Ой-ой-ой. Блин, тут темно. Где так? Опа, сундук. Вот смотри, сундук. Вода. Давай посмотрим, что там. Так, а тут бинт и кремниевая стрела. Ну, короче, шляпа одна. А тут пипец, до хрена сколько всего. Вот, тут даже костер есть. Вот, а тут можно даже вздремнуть, походу. Наконец-то я могу отдохнуть. Все тело ломит, но горячий очаг, удобная койка и несколько часов сна позволят мне восстановить силы. Ой, смотри, тут мясо. Я сырое постное мясо взял. О! Зашибись, а он спать лег. Ой, и мясо нашел здесь, смотри. А у меня жареное постное мясо. Так, ну я кровать ломать не буду. Ну да, оставь. Слушай, может тут надо это... Вот к местам бежать, которые подсвечиваются. Хотя тут, блин, много где подсвечивается. Нам, судя по всему, дальше надо. Вот, Мишка, мы постепенно открываем новые области и идем вроде как плюс-минус к той точке, которая отмечена. Куда нам вот изначально и... Куда нас изначально и ведет игра. Вон этот... Собственно, чувачок бегает какой-то. Давай, ему написуним ему немножечко. Ну. Приписуним ему. Припипинрим ему в нашем случае. Да. Так, хроника крушения. Новая история общая. Ладно, это мы потом почитаем. Нифига себе, ты улетел. Смотри, еще типа подвал какой-то. Вот тут светло, тут еще книжка какая-то есть. Очертания пелены. Бревна, веревка, бревна. О, сундук. А вот, кстати, книжки, про которые я говорил. Их вот так зачем-то можно разбирать. И дается старая книга. Смотри, тут сундук и требуется отмычка. О, а у тебя же она есть, по-моему, да? Да, сейчас попробуем. Сейчас надо ее только в инвентарь кинуть. А где она? Фиг. Еще бы ее найти. Это что? Стрела, металлолом, веревка. А куда моя отмычка делась? Наверное, там же два их быстрых. Панели быстрого доступа. Alt нажми, там можно переключаться. Не, я зашел в меню, нет у меня. У тебя ее нет вообще, типа? Она куда-то пропала, или может я ее не взял? А ты просто нажми, и если она у тебя есть, то она у тебя используется. А, ну нет, у меня пишет, что нет. Значит нет. Тогда пойдем. Не будем так, ломать сундук. А мы можем его сломать? Можем. Давай сломаем тогда. Наверное. А у меня сломалась моя это. Только я не уверен, нет, что это самое. Выпадут предмет? Да. Ну, проверим. Не, походу у меня быстрее моя это сломается. Дубинка. Смотри, я могу его вот так. Или он деревянный, может, топором его? А ну. Да не, мне кажется, его хрен сломаешь. Да. Ладно, пойдем отсюда. Вернемся сюда потом с отмычкой. А, стоп! Чё? Не сиди. Бомбой? Иди. Варвар. И чё там было? Бревна. Ничего. Ну, о, нифига, тут, блин, оказывается, смотри, как рушится все. Да. Офигеть. Блин, это мы лестницу сломали. Слушай, а прикинь, там что-нибудь ценное было. Блин! Мы могли бы там остаться. Так, куда мы дальше движемся? Куда-то вот в том направлении, судя по всему.
на квест. Уж я вообще остался без оружия. Ну ладно. Вся надежда на тебя. Смотри, что-то какой-то подъем. Это можно найти. Опа. Материалы. Всякие материалы. Так, здесь мы что-то можем тоже подняться. Ну, что-то застрял-то. Да, я не знаю почему. Пропущу. Ты передумал? Да. А что это за фигня? Она светится. Слушай, а, вот сверху, смотри, опасная расщелина. Чтобы пересечь ее, понадобится крюк. Походу, нам нужен какой-то крюк. Это надо, типа, по нему так перепрыгнуть? Ну да, судя по всему, как кошка, знаешь, крюк-кошка. Ну, у нас такого нету. Да, наверное, это надо скрафтить. Так, подожди, кстати, сундук. Что у нас в сундуке? Кремниевая стрела. Блин. Кстати, смотри, я могу скрафтить отмычку. А, да? Да. Отойди я сделал на секундочку. Ой, тут колесо. Она могла. Ой, смотри. Ай. Не падай туда. А это я не могу запрыгнуть. Пойдем, может, этот под. А, я же разбил сундук. Уничтожил. Да. Не судьба, значит. Ладно, пойдем. Нигде не пройти. Блин, ну ночь красивая, смотри, так атмосферно выглядит довольно здесь все. Так, ягодки. Какой-то мост. Мост Брейлин. Ой, и расцвело. Отлично. Это ты там так дышишь? Или я? Нет, ты. Это не я. Ой, тут бараны какие-то бегают. Ой, тут нельзя перейти. Здесь вы не сможете действовать без крюка. Вместо этого ищите путь через пелену. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было неожиданно. Я даже не успел топор взять. Это так, было неожиданно. А через пелену? Подожди, тут еще слева проход, справа есть. Да, вот судя по всему это и есть. Стой, смотри, а вот еще палатки какие-то. Что это такое? Так, тут так, а могу ли я сделать себе еще одну дубину просто? Каменный топор, так. Дубина, да, могу. И даже лук могу. И щит могу. Щит скрафчу. Блин, а мы тут... Ой, я могу. Одежду какую-нибудь хоть найдем вообще? Смотри, что я скрафтился. Что это, волшебную палочку? Гарри Поттер. Я Гарри Поттер. Называй меня теперь Гарри. И дубину себе сделаю еще одну. А, да, можем одежду крафтить, смотри. Трепье, я крафчу еще вот это и вот это. Оп. О, нифига. Оп. Так. Где оп. Это? А, подожди, а что мы навыки? Не можем еще ничего прокачать? О, можем. Навыки можем. А да. О чем мы не качаем? Что тут есть? Слушай, лесоруб, скрытая атака, достойный отдых, спаситель, жестокая атака. Вот жестокую атаку хочу. Все разблокировано. И все, больше я не могу, что ли? Больше у меня нет монеток. Персонаж. Жестокая атака. А где? Подожди, где ты это самое? Шмотки крафтил. А, все. Создание предмета, да. Нашел. А, броня, оружие. Подожди, у меня тряпье, тряпичная рубаха и все. А там смотри, ты когда выбрал тряпье, да, то у тебя сверху там есть, можно выбрать штанишки, ботинки, посмотри вверху. А, да, точняк. Блин, ну что-то все стрёмное, ну ладно. Хоть ну? Что-то. А на ботинки мне не хватило. Слушай, а тут еще посох какой-то можно сделать. В магическом. Да, вот где палочку ты делал, там еще магическое оружие есть, посох. Ну да, но смолы не хватает. И на него нужны снаряды, насколько я знаю. Чтобы использовать заряд, его нужно выбрать. Да, на него нужны заряды. А палочка стреляет просто так. А, значит, тогда я его не буду делать. Сейчас, подожди, я оденусь. Ого, сколько кроликов. Так. Персонаж. Штаны одел. А куда моя рубаха делась? Алло. Я же ее купил. А, к
Короче, я только штаны, походу, купил. Ну все, погнали. Тебе чего не хватает для одежды? Да, мне и так нормально, я как Чингачгук буду бегать. Ну, пойдем. А щит себе не будешь делать щит, кстати? Да нахрен он мне нужен. Ну, смотри сам. Я все равно забываю на кнопку защиты нажимать. Че там? Слышал это? Орёт так. Так, дневник капитана. Ой, блин, ты по мне долбанул. Ой, серьезно? Тут есть friendly fire? Походу, да, так, деревянная стрела опять как отчет. Ну, ударь меня, попробуй. А, нет, значит, не просто рядом было. Да. Так, кстати, вот эту книжку ты прочитал, а она у меня подсвечена, типа, что надо прочитать. Ну, там какой-то дневник капитана очередной. Ну, там. Я просто ткну ради удовольствия. Нельзя сходить пути, иначе попавшие уничтожат вас, бла-бла-бла. Так, ну понятно. Тут что-то очковое, походу, какое-то место. А, павшие там какие-то это, наверное, упырьки будут. А, ну это эти чудики. Ну пока эти. Ух ты, я кольцо какое-то нашел. Кольцо с печатью древнего стража. Прикольно, попробуй надеть его. Экипировать. А как? Так, подожди. Персонаж. И вот плюс 8 выносливости и плюс 10 здоровья. О, подожди, а тут меч какой-то торчит. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой, больно бьет. Где ты? Ух ты, нихера он. А че он такой жуткий-то был? Да, надо подхилиться. Ой, у меня тоже, кстати. Блин, а у меня бинта-то всего. У меня, я вот крафчу бинты. А если ягоды есть? А, ну ягоды можно есть. Да, кстати, покушать тоже надо. Ты можешь три типа еды употреблять. Ты можешь водички попить, покушать чего-нибудь там два разных. Так, ну что здесь? Смотри, вот эти песочные часы, они помогают нам восполнить запас вот этой пелены, сколько мы здесь ходить можем. Да, видишь, у тебя восполнилось. Кстати, мы вот эти темы можем тоже ломать на это полезный этот металлолом с них падает. Ну да, металлолом. Да. Ладно, пойдем. Нам, наверное, просто прямо. Хочешь, я тебе палочку сделаю? Да я не знаю, пока с топором. Но он у меня сейчас... Я палочку тоже себе могу, по-моему, сделать. А, так сделай себе. Прикольная штука вроде. Ой, отмычку и факел, каменная кирка, костер, палочка. Ну давай палочку сделаю, пусть будет. Сейчас я ее только в инвентарь положу. А, все, она сама положилась. А то у меня сейчас топор скоро сдохнет. Да в жопу, пошли дальше. Ну да, это бревна просто. Ни черта не видно, блин. Ай, блин, подожди, я устал, я не могу подняться. Понял. Вот поэтому надо три пищи кушать, чтобы было много выносливости. Да блин, чуть-чуть не хватило, да что ж такое? Ну, потерпи. А я гриб сожру. Бонус к магическому урону гриб дает, если сожрать. Ого. Гриб съел и сразу залез. Красава. О. Давай мясо пожарим. Давай. Так, мясо. У меня какая-то меховая нашивка даже есть. Ого. Так, мясо. Давай мясо попробуем. Сколько его держать-то? Пока не поменяет цвет. Хватит? Да. Ой, я не успел убрать. Чуть-чуть не успел, да?
Ну ладно, бывает. Все, так, пожарили. Какие тут очередные заметочки какого-то капитана. Нам это все не очень интересно. И опять люк. Ну, тем не менее, мне радует то, что игра наполнена всяким вот этим вот контентиком. Хотя я его и не читаю, но равно. Ну, это потом можно зайти в это. Да. В журнал все почитать. По интересу ознакомиться. Так, и чё, куда нам дальше-то показывает? А вот туда, судя по всему. А мы не оттуда только... разве пришли? Нет, мы же вон снизу поднимались там. А вот, кстати, этот мост, только с другой стороны. Может, тут... Опа, смотри, тут какой-то чепуфило. Где? Ой-ой-ой, какой он. А чё это? У него какая-то фигня, типа арбалет. У него арбалет. Да, у него арбалет. А его можно забрать? Так, металлолом и эликсир. Расходуемые предметы. Множитель урона. На плюс 30% урона на 30 минут дает. Будешь брать? Ого. Да не, возьми. Эликсир пока нам... А куда нам пока эликсиры пить? Ты на нас глянь. Да, только у меня, ну, да. У меня жизни кончаются. Быстро. Могу бинтов дать, не знаю. Да не, я вон пока ягод сожрал. Вроде потихонечку восстанавливается. По-моему, вот, если не изменяет память, то вот сейчас у нас здесь будет какие-то несколько жестких противников. Здесь надо быть поаккуратней. В кустах можно прятаться. А вон, смотри, видишь, стоит в очков. Ну, меня спалил. А, ну ты издалека можешь их швырять. Ох ты, Ой-ой-ой. А я сдох. Я понял. Так, возродиться. А где я возродился? А, нифига, я в такой жопе возродился у нас дома. Да, наверняка. Это ж сколько ж мне до тебя бежать-то? Ты хотя бы помнишь маршрут? Ну, я по стрелочке бегу, но, слушай, мне показывает 41 тысячу метров. Сколько? 41 тысячу метров. 41 тысяча. Так, ну ладно, вроде я не сильно далеко. Ну ты их замочил? Да, я этих чушпанов раскидал. Все, я уже подхожу. Давай. Тебе надо было палочку юзать издалека. Да я что-то не ожидал, что они так прям сильно начнут долбить. Серьезные ребята, да? Какие-то? Я еще прям на них налетел так сходу. Так. Бегу. Ай, блин, карабкаться надо сейчас. Угу. О, господи. Так, ну я уже все, взбираюсь на гру. Ага. Блин, это что, если я сдохну, постоянно буду там, что ли? Нам надо где-то... Кстати, предметы у тебя выпали? Нет, вроде все осталось. А где я сдох, у меня тут ничего не... О, что это такое? Надгробие твое, да, там какой-то будет твой лут. Вернуть. Ну-ка. Угу. О, да, тут смотри, сколько всего можно. Да, тут часть моего лута осталась. Угу. О, записка еще какая-то, очередная неудача. Так. Ты где, куда ты мне показываешь, что ты где-то наверху? Я по лестнице поднялся, да. А. Вот баг, да, когда мы залазим по лестнице вдвоем? Ну да. Так, а тут сундук есть. В сундуке
сфера взрывчатым порошком и больше. Вот глянь, кстати, с них выпала вот такая штука вот с этих чудиков. Могу тебе одну такую дать, потому что выпало две. Чё? А, нет, одна выпала. Так, сейчас. А коса какая-то, видишь, в руке. Сейчас мне надо лишнее из инвентаря убрать, какие-то камни, эту строительную фигню. Так, ну чё, куда дальше? Сейчас тут разнесём. Так, дальше вниз, и вот, судя по всему, вот в этот вот, вот в это вот что-то. Не знаю, как это называется, хлеб какой-то. Так, что-то я не особо Крипта. Туда хочу. А вон там чудик стоит сразу. А как там они это, в Гарри Поттере так кричали? Ну, палочками просто затыкали его. Все в тебе есть, ничего полезного. Так, прочесть последний шаг. О, это что за станок такой? Самогон... О, подмычка, смотри. Самогонный аппарат тут стоит. На алхимическую какую-то лабораторию похоже. Так. Смотри, тут тычка. Где? Вот, смотри. А, ее, да? Так, у тебя... давай я бамбу кину. А, ты просто открыл ее? О, отмычка нужна. Можешь попробовать. Там был ржавый меч. Ну, слушай, может, он нормально лупит, попробуй. Да, я тебе дам его. Мне? Передать. Ну да, у меня просто есть вот тут коса какая-то выпала. Так, а тут еще, смотри. Открыть. Да, пробудить выжившую душу. Найдена душа. Освальд Андерс, кузнец. Рецепт разблокирован. Посох призыва. Угу. А чё-то он как-то херовенько бьет совсем. По единичке. А, ну, он, наверное, просто на определенные типы предметов. Просто им именно урон у него такой же, наверное. Не знаю. Там, по сути, написано. Оно. У меня то же самое, видишь, единичка дает. Судя по всему, это только вот топор твой бьет предметы так сильно. А, тут смотри, мы можем вернуться на базу с помощью быстрого перемещения. Да, мы можем открыть карту, выбрать нашу базу и тэпнуться туда. Да. А когда мы новые точки открываем, мы сюда можем телепортироваться? Нет, да? нет. На них мы не можем телепортироваться. Мы сможем тэпнуться чуть дальше по сюжету, нам откроется... А, в общем, насколько я понимаю, есть... Вот, видишь, башня, кстати, перед нами, видишь, вверху, да? Вот там будет перемещение. Мы разблокируем эту башню и сможем перемещаться, то есть... Слушай, а у нас заданий никаких нету сейчас. У нас есть призовите выжившего. А, ну да. Найдите спящего выжившего. Да. Мы нашли, типа, вот его сейчас. И нам надо его призвать. А-ля домой. Но я еще тебе предлагаю немного побегать тут. Смотрите. О, смотри, какая хата там стоит. Где? О боже, что там? Иду, 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 иду. А мы там не были? Ой, а мы не разобьемся здесь вот так сейчас? А я не знаю. Я думаю... Наверное, разобьемся, да, здесь? Да, лучше не пробовать бежать потом. Ой! А я тоже чуть не упал. Ты сдох? Да. Кстати, там было написано, вас может оживить другой игрок. А, подожди, тут твой лут лежит. Да, да, я умер. А как я тебя оживлю? А уже никак, все. Я уже появился дома. Сейчас пробегу. Уже несусь. Ой, я еще что-то нашел. Часовое... Часовня пламени. Часовня пламени? Ого. Как-то можешь с ней взаимодействовать? Да. Написано собрать. Что-то можно. Попробуй. Так.
А хрен его знает, что произошло. Что-то звянькнуло и все. И значит, ты что-то собрал, наверное. Искру, наверное, ты собрал. Ну, наверное. Хрен его знает. Ну, что-то ничего мне не дали. Желтенькая не появилась в инвентаре у тебя? Ух ты, я улей нашел. И мед. Клево. О-о-о! Я, походу, секретный проход нашел. Давай я тебя подожду. А я снизу зашел, там, где мой труп. А, ты внизу там? Да, я просто сразу к своему трупу побежал. Потому что сверху мы же не спустимся там, как и по всему. А тут сверху. А, мой труп наверху лежит, да? Я не знаю, но лут твой сверху. Да, я понял. Прям на мой самом... лут лежит сверху. Прям на самом краюшке. И тут еще сверху есть этот самый. Ой, я тебя вижу, ты там с волком борешься. О боже, он мне один хп оставил, этот волк. Так, а как мне теперь... А, ну так же мне, да, идти просто и подниматься, да? Ну да, наверное. Понятно, давай сейчас прибегу. Я же попаду еще раз сюда, господи, это ужас. Так, ну, я уже наверху. Все, бегу. Давай. Ура! Так, где мои эти барахлишка? Ты только второй раз не наебнись туда. Ну да-да-да. Вон, прям видишь как... О, ништяк. Пойдем, я тебе странную херню покажу. Пойдем. А вот тут ты забрал, да, штуку? Угу. Она, может, у тебя выпала просто куда-то? Да нет, она просто потухла и все. Ну ладно. Вот мне кажется, тут проход. А, так это же похоже на тот самый кремень, который у нас возле базы, не? Ой! Я напугался. Нет эффекта. Ага, нет, тут пробивает. А, это, я думал, тут, блин, что-то секретное. Это просто этот, залежи кремния, да? Ну, походу, да, блин, я так не играю. Ну да, такое еще здесь. Подвели так нас сюда, да? Да, как будто там какой-то секретный проход есть. Да. Любопытно. Так, ну чё, давай, как что делаем? Тэпаемся на базу или пешком идем вниз? А нам на базу нужно? Нет, наверное, пойдем. Как минимум скинуться надо будет попозже, наверное. Пока еще слоты есть. Пойдем, короче, вниз. У нас, во-первых, даже сундуков нет на базе, чтобы скинуться. Да и базы у нас нет. В целом. Мы с тобой просто какие-то сумасшедшие бомжи, как будто, да? С один с ржавым мечом, другой с палочкой волшебной. Ну тут еще попробуй, блин, найди что-то нормальное. Ну да. О, мед. Слушай, а тут смотри, еще что-то есть. А это мы как раз там же и были, где тебя убили. Все, понял. Так, там волки. Смотри, впереди. На карте восклицательный знак, ой, вопросительный туда, да, впереди. У меня нету. Нету? Нету. У меня там что-то есть. Опа. Мясо. Отлично. Вот, смотри, это что?
Путь закрыт. Путь закрыт. Чтобы пройти крюк. Блин, нам крюк этот нужен. А мы не можем разве вот это раздолбать? Мы можем раздолбать это. А мне гранатка. А Кинька, у тебя осталась еще эта гранатка? У меня искра какая-то есть. А, нет. А, вот искра, походу, это оставь. Вот искра это ты из пламени тогда забрал. А, ну я ее и не могу использовать. Ее где-то, видимо, в определенном месте нужно. О, топориком, смотри, вынос. Ты думаешь, она сломается? Мне... Опа. Прикинь. Нифига себе. И сундук сразу. Да. Какой-то... смотри, что там крутое. Что-то лежит. Так. Что тут там крутое лежит? Молния пастыря. Оружие дальнего боя. Ой! Смотри, аккуратно. Тут дядька бежит на нас. Ой, он какой-то это ой, самое. Это сильный, это сильный. Да пошел ты, да дай убежать. Я посхил бомб. Нормально. А, ты убил его. Да. Затыкал. Металлолом в нем был. Слушай, я какую-то палку взял. Ай, нет боеприпасов, блин. Так, а еще был арбалет. Че там, еще кто-то? Он сверху, да, стоит, вон. Где? Вон там, вон, наверху, на башне. А ну, отвлекай его. Только полечись сначала, а то сейчас убьет тебя с одного выстрела. Так, сейчас... Я залез к нему. Сейчас мне надо тогда полечиться, хорош. Предложение. Ой-ой. Так, грибочек еще сожру. Магический бонус к урону. Где он? А накрафти себе бинтиков просто, чтобы у тебя были бинты и все. Так, бинтики, отмычки, костер, веревка, бинты. Всего? Три штуки, что ли, только могу? Наверное, веревок не хватает или что-нибудь такого. Так, ну и что тут у нас есть еще? Да давай, вставай, блин. Я встать тебе. Вставать это просто вперед нажми там. Зашибись, тут и вверх, и вниз можно. Да, давай пойдем вверх, наверное, да? А тебе никуда не показывает? Нет, вообще мы пошли не туда, где у меня был этот знак. Ну ладно. А, ну смотри, вот здесь вся стена в этом, видишь? Понятно. Кремень-то обычно. Да, это подъем к этой башне. А нам туда и надо? Не знаю, вот смотри, что справа. Сейчас, подожди. Вот здесь чувачок. Подожди, мы же можем тут эту фигню поставить. Свой алтарь мы типа можем, да? А, ну да, кстати. У меня же он у меня уже готов, сейчас. Где а что, прям здесь или может еще посмотрим местечко какое-то? Ну, чтоб потом, если сдохнем, не бежать. Просто, просто вот эта башня, она и будет нам служить местом, куда можно ТП-шиться. Ну, давай подальше пройдем. Да, пойдем на башню. Не знаю, правда, там, по идее, квест надо на нее. Ну, давай посмотрим, может, что-то сможем делать. Ну, там будут опасные дядьки, если что. Аккуратно. Блин, ну выглядит впечатляюще. О, тут что-то есть. Так, какие-то шкуры. Звериный мех. Целебное зелье. Книжка. Так, подожди. А, я туда не прыгну. Эй, есть кто дома? Во, еще искра, что ли? Использовать. А чё? Чё происходит? Ты куда пропал? А я куда пропал? Вот, нас отправило... Да, мы в башню таким образом вошли, видимо. Так, да. тут... Ого, кто это? Это воск? А, воск? Я думал, мед.
Ого. Смотри, какой красивый видок здесь. Так, смотри, некоторые двери заперты использовать. Оп. Что случилось? А, вот дверь открылась. Смотри, какой видок красивый. У-у-у, еще прыгнуть. О, сундук. А в сундук... О, смотри, какая фигня, бери. Ого, возьми, кольцо тоже. Как раз кольцо возьми. У меня одно есть. И булаву я вот эту тоже, наверное, поимею. Оно мне дает выносливость. Клево. Ну-ка, насколько у тебя булава бьет? Попробуй. У нее урон... Ну вот у меня... 14. Вот, давай попробуем. Сколько там? Он быстро ей как-то бьет. 2-3, 2-3. А, ну хотя бы быстро уже нормально. Да. Так, и что, тут еще есть-то? Тут где-то подъем наверх, что ли, есть? Да, вот лестница, смотри. А. Не густо. Так. А-а-а. А вот дальше мы не пройдем, да, потому что нам крюк нужен. А мы его скрафтить не можем? Мы, наверное, можем, но он на верстаке. Так. Ну, тут у нас нету крафта. Да, на верстаке. А чё, давай верстак тут поставим. Давай. Где, на улице или прям тут? А мы... Нам нужно пламя вот это ставить, чтобы верстак можно было поставить. Какое пламя? Ну, пламя вот, которое у нас стоит на базе. Вот, Костёр? Ну да, о том, что это наша база, которая... Алтарь пламени называется. Так, алтарь пламени. Ну вот кость. Да. А, алтарь пламени. Ну вот он у меня. А он тут не ставится. Да. Ну тут да, тут понятное дело, он не поставится. Ладно, давай тогда выйдем. Прямо здесь. Не сможем делать. Слушай, давай просто на базу тэпнемся. А сюда накрафтим там крюк, еще что-то. Сдадим квест, а потом уже посмотрим. Давай. Ну, блин, а давай на улице хотя бы эту фигню поставим, чтобы потом сюда не бежать, блин. Давай, окей. Просто вопрос, сможем ли мы потом разобрать ее, если захотим перенести. Так ее можно крафтить же. Там, по-моему, их лимит 2, насколько я понимаю. Да? Угу. Ну, хрен узнать-то. А я тут не могу ставить. Тут нельзя. Наверное, надо подальше отойти. А я вообще нихера не вижу. Ты что-нибудь видишь вообще? Частично. Плохо. Тут, у меня факела нет просто. А, я могу сделать. Так, ну давай вот тут попробуем поставить. Во. Во. Так, спутники принесут нам огромную пользу. Чтобы возвращать живых в наш мир, потребуется посох призыва. Его можно изготовить из обычного прута. Да, смотри, видишь, кнопка усилить пламя, да, есть? Так, у меня тут, смотри, открылось. Улучшить алтарь, усилить пламя, сбросить... Да, усилить пламя. Ты чего? Усилить. Видишь, там есть лимит активных алтарей 2 и становится 4. То есть сейчас мы можем 2 алтаря иметь, а если улучшим, усилим пламя, да, то сможем 4 иметь. Так, а мне не хватает до хрена всего. Наверное, так? Тут жертвоприношение нужно сделать. Короче, смола одной штуки мне не хватает. Одного гриба не хватает, 4 костей. 5. Ну да, 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 да. Мы сейчас так не прокачаемся. Жидких. А верстак я поставил, вот он. Да, крюк. Крюк. Есть? Веревка 7, споры пелены нам нужны. Споры пелены, веревки. Так, крюк. А у меня крюк. Че у меня? А у меня веревок не хватает только. Так, а я могу. А споры пелены у тебя хватает, да? Да. Так. Отлично. Веревок сколько надо сделать-то? Так. 7 там надо. Один крюк 7. Так. А тебе хватает спор пелены? Нет, мне 2 не хватает. У меня 13. У меня 3 лишних. Давай я тебе дам. А как мне их тебе 3 лишних дать? Смотри, в инвентаре ты можешь сначала их разделить, отделить 3 лишние, а потом по ним нажми и типа отправь мне. Так. Инвентарь. Так, где у нас споры? Так, переместить действие.
разделить 6 и 7. Блин. Действие разделить. Во, 3. Так. Так, ты ко мне подошел? Иду, иду, иду. Я тут. Угу. Да, все, есть. Спасибо. Так, и теперь крюк. Крюк. Все, я крюк все скрафтил. Подожди, я тоже хочу. Верстак. Блин, а чё? Я. А куда у меня вся веревка делась? А, я же ее не скрафтил. Да, сделай. Либо могу дать тебе. Так, веревка-то у меня. Раз, два, три, четыре. А, я только. У меня только три получилось сделать. Могу дать тебе. Ну, сколько давай. Не хватает? Четыре штучки, да? Угу. А, кстати, когда ты нажимаешь передать, то ты там можешь выбрать сколько. Так, все, у меня 9. Нормально. Да, я все вообще дал. Так, давай попробуем. Так, крюк. Верстак, крюк, создать. Окей. Так, теперь, блин, в инвентарь. Да, его тебе надо будет экипировать. Альт. Так. А где он? Блин, сейчас подожди, у меня в инвентаре тут такой бардак. А, так, первый инвентарь, факел, эта хуйня нам вообще не нужна. О, подожди, а у меня томагавк мой почему-то это, полное у него это, здоровье. Да, потому что мы потрогали верстак. Когда трогаешь верстак, он восстанавливается. А, нифига себе. Ништяк. Да, все чинится. Пурпурные ягоды, так, а где, а где, а где, что ты мне дал? А, крюк. А у меня еще, кстати, лук есть. Да, кстати, ты можешь лук тоже экипировать, тогда просто удерживая букву Q, у тебя будет активироваться лук. То есть его не обязательно выбирать. А я его экипировал, но что, у меня нету этих стрел, походу. Сделай, они просто из прутьев крафчатся. А, нет, подожди, я не туда, во. Ой! У меня есть стрелы. Так, а куда мы идем-то? А обратно туда сейчас, в эту башню. В башню? Крюк надел на себя, да? Ну да. Да, башню. Сейчас я тут барашка убил. Сейчас догоняю тебя. Прикольно с луком. Деревянная стрела. Да, идем. Но мне кажется, там какая-нибудь фигня будет. Типа босс или что-то такое, думаешь? Да хрен знает, может какой-нибудь сундук просто и все. Древний шпиль. Нифига себе. Древний шпиль, там простой сундук. А это что такое? Какая-то сфера. Не знаю, ладно, давай внутрь. Давай. Так, ну, давай попробуем. Так, стоп, а куда мой крюк делся? А ты его просто, он у тебя как бы... Ой, я не долетел. Не долет. Он просто в инвентаре уже не отображается. Да, да. Если ты на N нажмешь, то там он будет на тебе надет. Ну ладно. О, а как? Слушай, у меня недолёт почему-то. Что, я такой тяжелый? Я не знаю, я просто на Е нажал, и потом, когда он все летел, прыжок нажал. Вперед, прыжок. То же самое. Смотри, у меня тяжелый перс. А ну. О, отлично. Да блин, грёбаный лук. Так. Тут как... Ой, подожди секундочку. Тут балкон, на балконе ни хрена. А еще шель крюк. Ух ты! Нифига себе, тут принц Персии какой-то начинается уже. Да-да. Есть что-то отдаленно напоминающее. Так, и что тут? Очередной телепорт? Ой! Ты как туда попал? Я не знаю.
А, там еще проход? Да, спуск какой-то. Тут сундук. О, там шипы, ты видел? Где шипы? Ну, открывай сундук. Тут зелья какие-то. Там зелья были. Зелья? Ну да, зелья целебные и склянка для выживания в пелене. Ого! Ого. Типа, если бы мы упали, то вот так бы там ого-го было бы. Ну да, так, а мы до туда долетим. Опа, долетели. Опять меня пугает этот звук. Смотри, вот эти темы, в них прям годный лут. Где, вот в этих бочонках? Да, слушай, какая-то костная муха. У меня аж не влезает уже даже. Так, Ай, блин, нет! Листы металла, я чуть на шипы не упал. Ну чё, пошли в новый телепорт? Да, давай добьем вот эти. Что-то, смотри, падает прям хорошее с них. Вот просто тут еще, видишь? А, тут до хрена. Крюк пополнен предмет. Я крюк нашел. Ого, какой. Так, а я в эту дырочку залезть могу? Тут присесть можно? На С, да, можно. Присесть можно. Но залезть туда нет. Блин, прикольная дырочка такая. Как будто нычка, да, там какая-то. Угу. Уйдем. Ай! Это симулятор разноса просто. Угу. Это какой-то, блин, слэшер просто. Вода, целебные зелья, листы металла. Ну, в принципе, да. А вот теоретически, как? Вот мы можем сломать вообще вот эту стену? Нет, это не можем сломать, нет эффекта. Но... А окно могу. Окно могу сломать. Так, ой, под нами лава. Ты прикинь, я окно могу выдолбить. Да, ты только там вниз не прыгай. Постараюсь. Лава, да. Так, у меня полон мешок. Я уже ни хрена не могу брать. Я еще что-то лутаю, кстати, за тобой тоже. А тут нельзя к себе на базу отправлять набранное. Куда не. Что? К себе на базу набранное отправлять нельзя. А, не. Так нет, к сожалению. Опа, да, он не влезает. Так, а что можно удалить? А вот это удалю. Да это ломается. Слушай, я предлагаю тебе просто удалять то, что мы можем набрать. Например, землю, вот точно не нужно. Камень точно не надо. Бревна точно не надо. Мы же все это можем нарубить, набрать. Поэтому так, удали это еще. Кость. У меня одна штука всего. Кости оставь. Вот это все оставь. Это полезное. Звериный мех. Оставляй. Это все материалы, это все полезное. Удали только дерево, камень, кремень, что-нибудь такое вот. Если у тебя есть, удали. Прутья убрал. Камень. Вообще надо было стрелу накрафтить. Бревна. Тоже нахрен. Бревна, да. Вообще, конечно. Так, рваная ткань, листы металла, смола, грибы, деготь. Это оставь. Так, ну чё, в принципе, норм, да. Пойдем дальше. У меня даже соль есть. А как дальше? Нам надо как-то эту дверь сломать. Нам надо где-то кнопку найти. Да, судя по всему, кнопка должна быть, чтобы мы, наверное, не изучили. А, вот. А, я вижу, что. Смотри. Ну, почти. Недолёт. А как? Нифига, вот так надо. Угу. Ой, ё-моё, нифига тут запасы. Угу. Бинт, вода, склянка для выживания в пелене. Вон кнопка. Порой кнопки невозможно подобраться. Чтобы нажать ее, просто выпустите стрелу. О, ништяк. И что тут у нас? А тут у нас опаляющий жезл. Прикольно. Так, подожди, дай посмотреть-то его. Тоже снаряды нужны, наверное.
Ну, кстати, 10 снарядов есть, могу дать снаряды. Паляющий жезл, сейчас его еще найти надо. Нет, прикинь, не надо. Не нужны снаряды? Не-а. Где он сейчас? Альт. Ого, клево, как палочка. Урон 17. 17? Прикольно. Айо! Ты умер? Да. Ну ладно, ты сможешь тпшнуться. Я блин. Тебя здесь подожду. А, ну я, слава богу. А, я вообще прям тут. А, ты тут и появился, да? Я что-то просто не допрыгнул. Ну ладно. А подожди, лут-то мой весь внизу остался, да? В лаве? Да. Ништяк. Но он не сгорел. Вроде. Так. А стоп, а где твое тельце вообще? Ай, хрен его знает. А у меня, подожди, я посмотрю, у меня все, может все, да, у меня вроде все осталось почти. Ну. Знаешь где он? Наверное, на выходе отсюда. Если ты здесь умер, он, наверное, на улице. Подожди, дай-ка я тут гляну. Явно на улице. Блин, по-моему. Блин, там шкурки мои. Ну на улице, заберем. Поднимайся, да, наверх сюда опять же. Так, а мы тут были? Или не были? Не, мы здесь не были. Мы на той стороне были, видишь, открылись двери. Ого! Ай! А чё он так шустро-то? Подстава какая. Так, а ты как пробежал-то? Ой, там есть островок. Там сначала надо на островок перебежать, видишь, между мной и тобой. Ага. Пик. Опа, есть. Хорош. Так, а тут тоже дверь. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, смотри, там по стене можно. Да, вот. Нам туда и надо, там, видимо, кнопка. Подожди, а зачем кнопка, если там портал открыт? А там дверь. Там. А мы не допрыгнем до той херни. А, допрыгнул, прикинь. Красава. Ой, я тоже. Так, давай посмотрим, что тут. Да, тут кнопка реально. Так, надо из лука, да? Не, это можно так. Блин, я только лук взял. Ну и так надо было. Так, ну нормальный у тебя лук. Так, блин, теперь туда надо... А я вот так прыгнул. Опа! Ай! Ай! Вылазь, а я вылезти не могу. На меня. Блин. Зато выпал. Черт. Так. Да, здесь. А ты что, прям здесь появился? Прям тут? Ну, почти тут, да. А, значит, если ты здесь умираешь, наверное, у тебя ничего и не упадает вообще. Наверное. Ну, наверное. Ладно. Не, ну что-то у меня упадает. Вот, смотри, видишь, одну кнопку мы активировали, а одну надо еще активировать. А она, судя по всему, вот там. Да ё-моё. Вот она. Ты нажал? Нажми. Я тебе один бинтик отправил, полечись. Да у меня их вроде хватает. А чё, у тебя один хп просто? Охрену знает. Так, куда мы, вниз? Да. Видишь, сундучок какой-то открылся. Ого! Чё там? Посмотри. Длинный лук. Ну пусть будет. Какой-то прикольный лук. Так, и... А нам-то куда, да?
А, нам дальше, походу, туда вот. Вот сюда. Да. Так, главное не навернуться. Тут какие-то стрелы. Так, ой, мы куда-то на вершину прям за... почти уже? Забрались. Ну почти, да. Костяная мука. Сколько ж тут всякого говна-то? Поговори. Так, древние шпили позволяют быстро перемещаться по миру. Откройте карту, выберите шпиль и отправляйтесь к нему. Вот, понял. Смотри, а мы, кстати, кроме крюка, мы можем еще крафтить планер. И это вот такой смысл, то, что ты сюда телепортируешься, а потом отсюда прыгаешь. И летишь на планере. Да? Ну да. Поэтому и шпиль, наверное, в этом смысл, мне так кажется. Так, ты, я что-то не понял, надо на карту переключиться? Да, да, ну, то есть мы сейчас открыли, разблокировали место, куда мы сможем телепортироваться от, из любого места. То есть мы можем куда угодно убежать и сюда телепортироваться, и также с нашей базы. Так, а у нас, смотри, у меня, смотри, кстати, есть на карте какой-то знак вопроса, малая шахта Кремния. Ну да, что-то там есть, какой-то этот так. Нюанс. Мы, кстати... А, у нас, смотри, у нас еще тут квесты, кстати, показанные, которые выполнены зеленой галочкой. Угу. А которые не выполнены, что-то их тут дохренище. Да. Слушай, я сейчас отойду на пару минут, хорошо? Да, давай. Так, на базу. Да. Так, это на карте надо выбрать, да? Угу. Так, ну давай попробуем, а где наша база? Вон там справа снизу. Дом, уровень первый, да? Да. Так, быстрое перемещение. Так, а ты где? А я там... тут камуш копаю, да. Слушай, а ты можешь попробовать скрафтить нам сундучок? Вот в этом верстаке, по-моему, там был вариант скрафтить сундук какой-то. Давай посмотрим. А у меня ни хрена же нету. Я же все потерял. Ты вообще все потерял? Слушай, тогда тебе надо тэпнуться на нашу вторую базу и забрать вот эти надгробия, которые там лежат возле шпиля. Они там, наверное, твои надгробия лежат рядом. Думаешь? Ну, думаю, да. Так, ну, давай попробуем. Так, а где мы были-то? А, надгробие. А вот там... Да, два надгробия. Да, только ты не на шпиль телепортируйся, а рядом, где у нас там стоит алтарь. Туда. Ну, там будет подписано дом. Ну, чуть выше дом. Уровень, блин, тоже. Все, понял. Так. А метка-то тут где-нибудь есть вообще? И беги к этому, к шпилю, и оно где-то там должно быть, наверное, у его подножия. Наверное. Ты думаешь? Мне кажется, оно... Хрен пойми, где тут. А, подожди, я же могу метку поставить. Нет, оно, походу, где-то там наверху. Внутри, ты думаешь? Угу. Может, оно на самой верхушке? Ну, тэпнись на самую верхушку там. Хотя мы там бегали, вроде, нет? Так, внутри сейчас... прям, может. А я сейчас поставлю... Подожди, у нас вот есть надгробие, правильно? Да. А тут два надгробия у меня вообще в другом месте. Выбрать путевую точку. И... 12 метров до нее. И где она? Она где-то у меня над башкой, походу. Сейчас наверх попробуем.
Ай, блин, подожди. Это мне что, все тут пробегать, что ли, надо? Блин. Походу, да. Так, ладно. Допустим. О, сундук закрытый. А в нем пусто. Так, окей. Ну, в принципе, я путь помню. Сейчас быстро добегу. Да, попробуй. То, что там, по-моему, какой-то годный лут у тебя должен быть. Что-то полезное у тебя там точно было. Ну, сейчас посмотрим. А я по какой-нибудь нам бы хибару соображу здесь. Давай. Почевально. Место выше мне показывает. Окей. Так, еще место выше. Ай, блин! Стылавый тут, блин. Надо чуть камушка еще накопать. Так, 11 метров показывает где-то. У меня почему-то такое подозрение, что оно где-то должно лежать на улице. Не знаю. Ну, я просто смотрю, мне точка показывает все 13 метров, 11 метров. Где-то. Где-то выше, типа. Все выше и выше. Мне кажется, оно в лаву улетело. И все. И все. А на гробе почему? Тогда бы на гробе исчезло. Вот, 20 метров показывает. Так, 7, 5, 1, 2. В смысле, еще что ли выше? А выше я не могу. Мне показывает просто 16 метров. 9, 8, 6, 5, 4, 1. Вот 1 метр. Но тут ничего нету. Ладно. То есть оно либо, блин, в самом низу где-то, либо я хрен его знает куда оно просто. А странно. Ладно, что поделать. Потом, может быть, как-нибудь вернемся, найдем. Так, карта. Колодец эликсира. Веревка пруча. Нужна веревка пруча. Так, понял. О, нифига ты тут уже настроил. Сейчас сундучок хочу сделать, а лучше два. В нем типа все сохраняется? Ну да, положить лишнюю вещь. Там есть топор для рубки, который. Вот, забери вот это, вот. Вылезает. Топор для рубки, это где? На верстаке? Да, кстати, можешь его не делать, потому что мы сейчас, наверное, сможем покруче топорик какие-то скрафтить, наверное. Смотри, у нас есть задание «Призовите выжившего», видишь? Для этого нам надо, по-моему, там что-то скрафтить тоже. Посох призыва, да? Посох призыва? Подожди, у меня есть молния пастыря какой-то посох. И все остальное просрал.
Ты его сделать можешь. Да и не могу, у меня вообще инвентарь пустой. Всякая шляпа а осталась. А там, чтобы его сделать, нужно просто пруча, один прут. Вон кусты побегай, пособирай, видишь. Так, мне отдых нужен. У меня что-то все покраснело. Так, надо костерчик сделать. Костер, чтобы костер сделать, что мне нужен? Два бревна. А там же есть костер, просто подойди к нему. Он потух и все, и развалился. А ты нажми на Е. И нажал, и... он развалился сейчас. В дёготь. Понял. Да, вот пруд сейчас собирается, отлично. Я уже просто удаляю предметы. Ничего не влезает. Ты хочешь, чтобы это самое? В ящик все складывать? Да, конечно, нам же нужен тут. Так, и где я скрафтил костер? Куда он делся? Вот, нашел. Так, куда-нибудь сюда. Оп. Отлично, это будет для материалов. Материалы. Ну, что-то у меня жизнь не прибавляется у костра. Винчиком в этот один разок сделай. Так, я чуть разгрузился. Посох призыва. Для планера там, по-моему, много, да, ресурсов надо. Ой, я в какую-то яму провалился. Тут просто ямка. Серьезно? Да. Под твой рост прям ям? Да, ну вот смотри. Чпоньк. Чего ты застрял? Пришлось расширять. В какой-то момент, да. Так, ладно, ты там тогда что там, крафти, я пока хотя бы грибов пособираю. Давай. Да ни хрена вообще нету. Похоть. Да нету тут что-то никого. Тут только грибы и камни. О, ягоды нашел хоть. Так, я могу крафтить, да, посох. О, ничего себе. Глянь, я нам дебильчика сейчас здесь припаркую. Ща, бегу. Ой, это кто? Это я его. Это кузнец? Да, смотрите. Чё орёшь? Могу подготовить тебя. Потому что... О, создание простейшего снаряжения долго. Так, кузница. Там много квестов дает. Так, собирать предметы. Изготовить. Ну, углевыжигательная печь.
Нужно 20 камня всего. Да, нам такая нужна. Так. Сейчас сделаем. Так, у меня камушки, по-моему, тоже есть. 6 штук. Давайте их передам. Так, а чё это? Не хочет передавать? Ты рядом со мной стоишь? Нет? Нет. А у меня уже, в принципе, хватает. 39 камней у меня. А, ну окей. Так, углевыжигательная печь. Создать. Есть. Так, куда мы ее поставим? А давай мы ее поставим... На крышу? Ну да. Сейчас я тут сделаю сразу стену. А тут у нас будет... Не. Вот так. Есть. Ой. Что сделал? Ноге нажал. Ты удержал и поднял ее, походу. А, точняк. Так. Так, как ее крутить-то? На R. Еще так. Крути. Вот так, да, должно быть. Вот так? Не-не-не, крути еще. Вот так. А, древесный уголь. Бревна и земля. Землю надо копать. Что-то изготавливается. Да, уголь начал делаться. А нахрена он нам? Чтобы крафтить этот кузницу. У этого же чувака, у кузнеца, там можно кузницу скрафтить. Так, что нам нужно-то? Камни? Землю сейчас копаю. Надо немного земли закинуть туда. Ну, она быстро копается, он по дофига добывается. По 5, по 6. Надо закинуть, чтобы плавилось. Походу, не самый быстрый процесс. Там что-то 4 минуты, что ли, показывало. Ну, это на одну. Так, что, сундук-то готов уже? Да. А тут много места-то в нем? Ну, чекни, вот он стоит там. Нет, не так много, но это самый первый надо. Слушай, а у меня рубашка в инвентаре. Какого хрена она на меня не надета? Надень. Персонаж. О, рубаха. Так. Ну, я сейчас вообще на какого-то бомжа реально стал похож. Еще и босой, да? Так, я хотел лишнее выложить. Так, растительное волокно нахрен. Камень. Так, что мы еще можем выложить? Грибы. Прутья сюда. Строительный молот нахрен мне не нужен. Дёготь не нужен. А все что ли? Все, ящик-то забит. Да, надо еще делать. Но я сейчас хочу нам кровати сделать. Для этого нам надо дохера этих растительное волокно нафармить и веревки.
Так, а, ну сколько-то есть, кстати, вот веревочки есть. Ну, я там чуть-чуть кинул волокна. Да, хорош. Так, и что, веревки, а растительное волокно у нас где вообще берется-то? От кустов, от кусты всякие, там подходишь, на Е нажимаешь. Кусты, сейчас, блядь, тут теперь в темноте, найди кусты. Два растительных волокна не хватает, вот один куст надо найти. Во, взял. А, не, неси. Не несу. Неси, неси. Что тут за яма у нас у дома? Так, стой, сейчас передам. Давай. Волокно, волокно, передать. Угу. О, нифига, как можно сделать. Так, давай еще добавим звериный мех. У нас будет неравноправие, Андрюх. Ой, у нас костер изменился. Это я скрасил. А, на нем теперь жарить можно сверху. Чего неравноправие? Чё ты там сделал? Подожди, а чё я сделал? А, понял. Нифига нам не этот... Не, еще волокно надо, короче. Одну кровать сделать, надо еще волокно. Ща... Есть там что пособирать кусты? Ща найдем. Ну, вроде есть. Надо побольше сразу. Че, интересно, эти кусты восстанавливаются вообще? Или это вот мы собрали и все? Да не, мне кажется, должны. Грибы-то тут все появляются и появляются. Грибы появляются, да? Ну, вроде да. Так, я 7 уже волокна нашел. Угу. 9. Сколько тебе надо? Сколько там? 15. Да, я вот тоже нашел, думаю, вот уже хорош. Домой побегу. Так, 13. А да, думаю, это вот точно норм. Давай, несу. 15. Ой, у нас упыри тут ходят рядом с домом. Ого, атаковать что ли? Пришли грабить нас? А хрен, сейчас я их огоньком-то закидаю. Ой, я светлячков нашел. Так, споры. Ну, хоть какой-то лут с них есть. Так, чё тебе? Волокно надо? Тик, сейчас дам волокно. Передать, всё, всё, волокно тебе кинул. Ну, красавец, спасибо. Так, всё, топо. А твоя будет вот тут кроватка. Смотри, аккуратно вставай, можно сразу грохнуться. Да, поспел? Ну да. И оно сколько спать-то будет? Быстро, по идее. Скорость времени, скорость 50 x. Все, вставай. Отлично, теперь можем ночь скипать. Так, могу ли я сделать еще один сундук? Я не могу. Дерево. О, я козу. Козу вижу! Стоять, падла! Ой, тут еще кто-то бегает. Блин, а как их замочить-то? А вот лук, кстати, для охоты. О, для него подходит. Есть, я какое-то животное замочил. Сырое постное мясо, ништяк. Ой, а по-моему коза с обрыва сиганула. Можно такое быть. Так, о. Мед, воск, ништяк. О, меня пчелы кусают.
За мной улей пчел несется. Изби их. Они за мной летят, прикинь. Уай, я в дом бегу. Блин, они реально сюда летят. Шухер, шухер, я наверх. Где, кто тут? Чё, нет никаких пчёл уже. Прикинь, они, оказывается, преследуют еще. За два выстрела они умерли. Да я что-то своей волшебной палочкой нормально по ним попасть не мог. Я козлов тут пытаюсь убить. Ой. Да вы охренели, ну нахрена, блин. Я только их зажал, они взяли с обрыва, сиганули два сразу. Вообще. О, еще два улья висит. Не, я их не буду трогать. Планер. Что нужно для планера? Запеленный звериный мех, веревка, споры пеленые. В принципе, у нас есть... Из этого... У нас нет запеленённого дерева. Какого? Запеленённое дерево. Ух ты, я тот секрет нашел. И споров нету. Понятно, так. Нам надо с тобой. Так, новая страница истории. Я какую-то книгу про войну нашел. Короче, я знаю, кровать. Что нам надо с тобой делать сейчас. Можем сейчас с тобой отправиться на квест. На квест? Погнали, да. На квест. Давай, подгоняй домой и погнали. О, подожди, я сундук еще скрытый нашел. С лекарствами и бинтом. Все, бегу. Ой. А это улей. Так, что-то я далеко, походу, убежал. Так, мы как, пешком пойдем? А. Где ты? Мясо, всё. А у меня тоже мясо есть. Так, ну чё, двери не хватает, а так норм, кибитка. Пойдем. И чё, нам бежать надо будет, что ли? А недалеко. Перемещаться не будем? Нам туда не надо. Подхилься? Тоже сундук вот этот закрылся он, типа. Но в нем ничего нет. Понятно, они просто закрываются. Так, нам тут время особо терять не надо, но у нас сейчас будет ждать нас. Слушай, противники. Мы же где-то помним. О, вон один стоит уже. Помнишь, мы где-то мост, типа, это самое, не могли пройти. В чем мы должны были? Не могли мост пройти, нам крюк был нужен. А, ну да, ну это вот мы же тут на ту сторону переходили, это вот этот мост. Так, уже не нужен. Подожди, я тебя потерял. Где ты тут? Ой, а что это такое, яйца какие-то здоровые. Жидкая пелена. Да, кстати, забираю ее, давай пособираем. Думаю, она нам пригодится для чего-нибудь. Это типа грибов каких-то. Угу. Споры. Да что за херня? Проще топором. А что-то этот хер не ломается. А знаешь почему? Потому что проще всего это вот этим делать. А, да? Ну ладно.
Пойдем. А тут маленький, я так понял, можно собирать. Ой, нам вот туда надо куда-то. Ты где, Андрюх? А, вот. Есть, есть. Нам вот как-то... Наверх? Да, вот сюда вот как-то. Ты за мной идешь? Нет, я вот тут... Ну, вернись обратно, вернись, там не пройдешь, там не пройдешь, вернись. Почему? Или просто? Тут да? Проход. А, все, красава, пойдем. О, блин, грохнемся, нет? Ой-ой-ой! Да, грохнемся. Ты умер? Я тебя поднять могу, я даже ничего не делаю. А как ты выжил? А у меня один хп остался, не знаю. Чуть больше здоровья было, наверное. Так, подожди, мне надо что-нибудь сожрать. Так, гриб съем и мясо съем. У нас 2 минуты осталось. В смысле 2 минуты? До чего? Ну, сверху таймер, видишь? Сколько мы можем здесь находиться или нет? Отхились? Отхились. Так я только что сожрал же все, что было. Че, надо отхилиться бинтами? У меня нету их. А на скрафте? Так, тогда ты меня прикрывай. На бинты, веревка. Бинты, у меня нет веревки ни одной. Значит, надо крафчу веревку, бинт. Зашибись. Один бинтик всего. Ладно. Да хоть что-то. Так. Затя чуть-чуть мек. Ух ты! Что-то шарахнуло как сильно. Так, и. Ой. Я какую-то штуку дернул. И побежали, чуваки. Вон снизу, видишь? Двое. О, видишь, мы здесь можем восстанавливать запас. Там еще один снизу был. Так, у нас время увеличилось, что ли? Не-не-не, восстановилось же. Мы же восполнили запас только что. Ну и время тоже, типа, продлевается. Ну, время это и есть запас. Ой, блин. Андрюха, помогай. Сейчас, где ты? Оживить. Ну, я нажимаю, оживить. Во. Ай, ты падла. Я, походу, не успею тебя поднять. Он сейчас будет швырять. Успел. Убегаю. Дать тебе этот что-нибудь полечиться. Да, что-нибудь мне дай. Ой, мне что-то прилетело. Ай, мне тоже что-то прилетело. Ай, тут яма. Где он? Кто стреляет? А вон. Не подставляйся, братишка. А, во, я же луком могу лупить. Ой-ой-ой, тут двое. Мне каранты, походу, сейчас. Лупи, лупи, лупи. Я просто щит. Ой-ой-ой, один хп. Меня опять. Андрюха, у них по одному хп. Убивай их. Хорош. Да блин. Да, я не успел. Я стрелял. Умерли оба. Блин. Ну ладно. Ой, а мы здесь же появились. О, ништяк. Так, где мой? Где твой, где мой? Вот это мой. Не знаю, вот это походу. Так, а они сдохли, да? Нет. Ну, одного ты убил, а другой вот он. У него, кстати, хп восстановились по полной. Так, окей. Надо полутать все это. Чё, погнали, короче. А чё тут ни хрена нету? Да полутать я имею в виду трупы, короче, чувачков. Нам, судя по всему, вот тут спускаться. А, сюда? Да. Ой. Тик. Тут как-то очково спускаться. Пойдем, пойдем.
Ты мне говоришь, что тут сейчас какой-нибудь огромный босс будет? Так, я уже по звуку слышу, что там кого-то лупишь, да? Или нет? Ой, это кто? Лупи, Андрюха, не спрашивай ничего, лупи! У меня один хп. А чё он на меня-то так жестко добайтился? А потому что ты близко к нему. О, есть. Чё с него, что-нибудь ценное выпало? Ну, открой, посмотри. Так, ядро пелены, голова грозолома падших. Его мозг заменен грибками. Так, руны какой-то, металл, 23 штуки. О, гильотина, топор огромный. Да, забирай. 21 урона. А чё, эту штуку надо сломать? Ай. Во, ништяк. Все. Пелена рассосала здесь. Задание выполнено. Так, ну теперь тут полутать, что ли, можно, да? Ну да, да. Лучок. Да блин, этот кувшин здоровый. О, нецелевый блок какой-то добавился нам. Чё-то тут что-нибудь интересное нашел. Какие-то странные хрени. Ого, нихера ты им выносишь. Ну, он медленно бьет. Слушай, Андрюх, ладно, я на этом моменте, наверное, выходить уже буду. Да. У меня уже из 23. Так, ну давай это самое. Чё, надо где-то сохраниться? Да, давай тэпнемся домой просто, да? Да, так, сейчас, где у нас там дом наш? Так, все у нас автоматически сохранилось все. Кстати, Андрюх, смотри, вот прикол тоже. Если ты заходишь, вот в сундук правый зайди, да? В правый? Да. Ну. И вот нажми Shift и R, и у тебя, короче, все предметы, которые у тебя есть, и которые есть такой же предмет там в сундуке, они все сложатся сразу, понял? А, нифига себе. Ну, я один хрен забуду. Ну, я сейчас не веду. Так, вот. Ну, все тогда. На сегодня заканчиваем. Ну да, да, да. Как тебе в целом понравилось игру? Ну, слушай, забавно. Сначала, блин, конечно, надо втягиваться и очень дохрена запоминать, чё, куда нажимать. Потому что я в такие игры не особо часто играю. И мне тяжко запомнить, куда чего нажимать, куда чего где находится. Порядочно.